прокомментируйте этот матч. Первый тайм 0-1. Организованно играли, во втором три мяча получили. Почему? Ну, вы знаете, что Заря – это молодая команда, поэтому здесь перепады игры всегда присутствуют. Не могут молодые ребята держать планку какого-то постоянства. Обязательно бывают спады, как и произошло, в принципе, во втором тайме. Но еще нехватка опыта, нехватка мастерства – это все в совокупности и повлияло на такой, в принципе, счет 0-4. И какую задачу ставили? Не пропустить? Или там, может быть, даже зацепиться за ничью? Или, может, победить? Нет, абсолютно. Меня не интересует ни счет, ни как они, ну, как сыграют, ясно. Но вот счет ни в коем случае не влиял. Я сказал, играть. Эти ребята молодые, они должны в каждой игре что-то для себя приобретать новое и полезное. Практика. Как боксеру стоять в углу и только уходить от ударов, защищаться. Нет смысла выходить на поле. Они должны что-то расти. Они молодые ребята. Для них это все равно полезно. Если вас не интересует счет, то это чревато, мне кажется, в чемпионате сможете завершить на последнем месте. То есть вылететь и все такое. Вылететь уже не можем. Команды уже вылетели, кто должен был вылететь. Это не играет сейчас такого значения. Мы не ставим это на упор, быть последними или предпоследними. Вам как работается в Бельце? Ну, работается вроде неплохо. Приятно, когда молодые ребята стараются что-то научиться в футболе. Для тренера это как бы стимул какой-то. Работать более с профессиональной командой, где все уже готовые игроки, это одно, а работать с молодыми ребятами это совсем другое. Тут надо учить. Скоро закончится чемпионат, начинается следующий. Если вы останетесь перед вами, какая будет поставлена задача? Играть с молодежью, либо там набирать опытных футболистов? Насчет остаться не знаю. У нас договор был до конца сезона доработать. Поэтому строить какие-то долгосрочные планы я сейчас не в состоянии.